кажется, что все-таки прежде всего это вот удивительная органика пластики, когда вот все ее тело, оно, ну, как слитный оркестр, и оно казалось прекрасным. Сильно создала такое количество здесь ярчайших совершенно образов. Это и мирандолины, это и Таохуа, Красная Макия. Это, конечно же, Китри в Дон Кихоте. И Золушка ее была, она была особой Золушкой. Особенно, конечно, когда она не была на балу уже потрясающей принцессой. Но вот эти сцены трогательные ее. Несчастная девочка с метлой, оставшаяся одна, мечтает о... в этом вечере, на который ушли все, а она здесь брошенная, покинутая, вот ей веришь. Ей верил каждый зритель. И она заставляла нас умиляться и иногда даже и пустить слезу. Подходишь к фотографии Ивана Семеновича, на сердце как будто как разливается такая теплота удивительная. И я всегда помнила о том, что это человек, который приносит людям радость. И поэтому для меня это было огромной радостью, когда уже я стала артисткой. И когда в 1934 году кончила школу, Иван Семенович подошел ко мне и сказал: «Правильно, нужно обязательно танцевать хорошо». И сказал мне вот такой триптик, который я сохранила на всю жизнь. Он сказал, что нужно сначала овладеть всеми трудностями, потом в каждый жест, в каждое движение вложить разум. А все вместе, чтобы оно было подвластно вдохновению. Никогда не была для меня, например, вот, звездой в том понимании, в котором мы сегодня понимаем звезд. То есть артисты, стоящим где-то на вершине той необыкновенной лестницы, по которой им суждено было идти, внизу которой располагались многие-многие люди по рангу ниже ее. Она была в этой толпе, она была всегда вместе со всеми. И когда она приходила в школу, я помню, Господи, для нас такой радостью было, когда она каким-то образом непонятным, но успевала одарить улыбкой всех. Это множество мальчиков и девочек, которые на нее смотрели с восторгом, потому что только что, вчера, позавчера, они видели ее на сцене. А уж когда они участвовали вместе с ней, это было вообще для них счастье необыкновенное. Thank you.
Когда она выступала на собраниях перед аудиторией большой, как член партии, как комсомолка, она умела зажигать. И ее артистическое нутро, оно и здесь очень хорошо проявлялось. А ведь то время было совсем не такое, как сегодня. Когда все стеснялись говорить о сокровенном, о том, что они действительно думают, все-таки мы все были в больших шорах от принятых формулировок, газетных, печатных. И свое слово, оно у очень немногих прорывалось. Нужно было быть абсолютно раскрепощенным. Вот, наверное, вот эта раскрепощенность была очень присуща Ольге Васильевне. Радостного, столько веселого, столько забавного. И потом меня здесь окружали всегда люди, чрезвычайно ко мне хорошо относящиеся. Ну, я в ответ, естественно, их всех любила. И моя партиха, которая была при мне весь спектакль, она держала меня за юбки, чтобы я не выскочила на сцену раньше времени. Ольга Васильевна и сцена Большого театра – это понятие единое.